Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим хачапури из слоеного теста. Когда у вас гости и нужно что-то вкусненькое приготовить, можно быстренько приготовить хачапури из слоеного теста. У меня покупное слоеное тесто, бездрожжевое. Готовим вот так. Раскатываем наш пласт, но не сильно. Тесто разделяем на три части. На каждый кусок кладем сырную начинку и заворачиваем. У меня три вида сыра: гауда, сулугуни и армянский лоры, который придаст солености нашим хачапури. К нему добавляем 2 белка, а желток оставляем для промазывания. Добавляем 2 белка. Наша хачапури на слоеном тесте, которое готовится за считанные минуты, готово. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.